Всем большой привет! Совсем скоро придет светлый праздник Пасхи, и хочется украсить свой дом чем-то очень ярким и позитивным. Если вам интересно, как сделать вот такого яркого цыпленка, оставайтесь смотреть. Из фольги делаем заготовку для цыпленка. Скомкиваем фольгу в шарик, это будет голова, и овал с острым краем, это будет туловище. Еще заготавливаем два крылышка. Все заготовки из фольги покрываем бумагой. Обклеивать лучше горячим клеем. Отрезаем кусочек проволоки и скручиваем ее. Наносим на проволоку тонкую полосу клея и обматываем шерстью или можно нитками. Загибаем проволоку так, чтобы получилось три пальчика. Приклеиваем небольшую палочку к пальчикам. Всю ножку еще раз обматываем шерстью или нитками. Ножки готовы. Теперь нам понадобится желтая шерсть. Отрезаем небольшой пучок шерсти и клеим к заготовке. Сразу обклеим внутреннюю часть крыльев. Приклеиваем крылышки к телу и дальше обклеиваем всего цыпленка. Если у вас нет шерсти, то можно хорошо распушить желтые вязальные нитки и обклеивать ими. Состригаем все торчащие пучки так, чтобы весь цыпленок был покрыт однородным слоем шерсти. Проделываем отверстие в заготовке и крепим ножки. Приклеиваем глазки-бусинки и лепим клювик. Я использую легкий пластилин, он легко лепится и хорошо застывает после полного высыхания.
Цыпленка можно немного затонировать пастелью. Приступаем к изготовлению тележки. Ссылку на вот такие чертежи я оставлю под видео. Это чертеж к тележке с крышкой, но крышка в этот раз нам не пригодится. Вырезаем детали из тонкого и толстого картона. Форма тележки из тонкого картона, а мелкие детали из толстого. Все внешние детали тележки нужно затонировать по краям краской. Краску можно брать любую, а наносить лучше кусочком губки. Склеиваем форму тележки и к ней приклеиваем заготовленные рейки, оставляя зазор между ними. Соединяем нижнюю часть, дно тележки с колесом и собираем всю тележку. Наполняем тележку сеном или сизалем. В тележку можно положить пасхальные яйца или, как я, шкарлупу от яйца, украшенную цветами. Это уже на ваше усмотрение. Из ленты делаем поводья к цыпленку. И вот такая яркая подделка декор уже готова. Надеюсь, видео вам понравилось. Буду рада вашим комментариям. И заходите на страничку канала, там вы найдете много идей для декора. До новых встреч!